Один-два раз, еще раз о Малевиче. Ну, в рамках проекта «Это не Малевич» Курская государственная картинная галерея предлагает создать картину некой чистой живописи, освобожденной от привычных предметных контуров, картину в стиле супрематизма, в стиле Казимира Малевича, используя как основу произведения реалистической традиции. Итак, мы отметили основные составляющие элементы и приемы узнаваемого стиля Малевича. Простые геометрические формы с преобладанием прямоугольников, линий, а также локальных цветов, тяготеющих контрастом черного и белого, с желательным использованием основных красного, синего, желтого, реже зеленого. Осталось собрать пазлы в композицию, структуру которую нам и должна подсказать выбранная картина основа. Разбирая композиционное построение любой картины, анатомизируя ее, выводя некую простую формулу красоты, мы так или иначе ищем упрощенные ответы на классические композиционные законы, на классические композиционные вопросы, статика или динамика, симметрия или асимметрия. Выделение центра, акценты, нюансы, нюансы цвета, формы, размера, ритм, цельность. Анализируя картину, в нашем случае вполне логично будет э, вовсе абстрагироваться от сюжета и рассматривать изображение с формальной точки зрения. Ну, часто Малевич собирал свои композиции на светлом фоне. Мы можем поступить так же. Ну, в конце концов, в реалистической картине, где разработано некое трехмерное пространство, объекты располагаются либо на светлом, либо на темном фоне, так или иначе. Да? Во втором случае мы можем просто мысленно удалить или инвертировать фон. На э, композиционную структуру это часто не влияет. Нас прежде всего будут интересовать сами объекты, их размеры, форма, положение по отношению друг к другу, ритм, их цветовая э, взаимозависимость. Итак, статика, динамика. В любом реалистическом изображении можно мысленно провести некие ровные структурные линии, которые поддерживаются э, изображенными объектами. Часто в картине прослеживаются ярко выраженные диагонали или крест, линии которого ну, параллельны краям картины плоскости. Диагонали и все подобные близкие к ним линии подсказывают нам динамические структуры, часто добавляют ощущение движения, а линии, параллельные краям, сообщают картине статику, покой. При этом движение может родиться в картине из-за особого расположения объектов, какой-то ярко выраженной асимметрии. И напротив, относительно симметричные или равновесно расположенные объекты да, придают картине ощущение покоя. При этом равновесные не обязательно одинаковые. На значимости объекта влияет не только его размер, но и цвет, тон, ну, то есть светосила. То есть большой, но не яркий или не контрастный объект, ну, например, крупный бледно-красный прямоугольник, может быть уравновешен маленьким, но ярким. Небольшой красный круг, например. Имеет значение и пространство вокруг объектов, так называемое охранное поле. В случае с маленькими объектами оно важно. Если его нет, и маленькие объекты находятся рядом с большими, это воспринимается как единая группа. Маленький объект не имеет самостоятельного веса и кажется всего лишь отколовшимся кусочком. Он перестает участвовать в композиции как самостоятельный элемент. Центр композиции, главное место привлечения внимания, ну, логично, располагается недалеко от арифметического центра картины. Часто он выделен главным объектом, который узнается по размерам, форме, цвету. Но центр может быть заполнен и группой объектов, а наше внимание к центру, к царю, привлекают акценты свита, выделенные в свою очередь формой, цветом, тоном. Чтобы наши акценты не потеряли связь с остальными участниками композиции, часто у них есть чуть более слабая поддержка. Ярко-желтый элемент, расположенный ближе к центру, поддержан двумя бледно-желтыми на периферии, например. К центру объекты могут мельчиться и как бы возрастает детализация при этом. Но может быть и наоборот. Центр может быть представлен крупным, ясным, лаконичным элементом. Расстояние между объектами сообщают картине особый ритм паузы между объектами да, редко делаются одинаковыми, а представляют собой тоже некую необычную, некую художественную последовательность. Большая пауза, очень маленькая, средняя, снова большая. Этот ритм связан не только с расстоянием между объектами. Красота ритма может проявиться в размерах фигур или в делении фона. Примером самого простого ритма – может служить какие-то абсолютно симметричные композиции. Шаг изменения ритма тоже важен. В классических композиционных схемах логика изменений похожа на более или менее стабильную лестницу. Лестница с очень резкими, разными ступенями или, другими словами, очень рваный ритм в классической композиции встречается редко. Это значит, что если нашу картину населяют большие контрастные объекты, хорошо читаемые, просматриваемые на расстоянии, появление очень тонкой, одинокой, бледной линии неуместно. Она пропадет, ей нужна обязательная поддержка в виде группы линий или, допустим, объекта среднего размера, ну, чтобы обеспечить связь с остальными, некую цельность всех объектов в композиции. Да, цельность Важна, потому что дробная композиция не считается гармоничной. Она плохо считывается на расстоянии, в ней сложнее найти логику, выделить центр, расставить приоритеты. Гармоничная цельная композиция ведет зрителя от периферии к центру и обратно. Он замечает второстепенные предметы после главных. Он чувствует связь предметов, объектов, цветов, подчиняется неумолимой логике автора. Обычно все эти композиционные законы и правила присутствуют в хороших картинах. Они, безусловно, легко прочитываются и в реалистических картинах, использованных в проекте «Это не Малевич». Художники реалистической школы знали и использовали законы композиции, сознательно или нет, подчиняясь традиции или анализируя каждый свой шаг, неважно. Им удалось, у нас должно тоже получиться автоматически. Выделив эти композиционные схемы, упростив основные формы до простых, до простых геометрических фигур, например, да, подобрав им цвет и тон, светосилу, оперируя ограниченной палитрой, ритмически расположив их на светлом фоне, сообразно логике автора, мы, можно сказать, проводим глубокое исследование и отчасти выделяем индивидуальный секрет красоты мы получаем не только композиционную схему нашей реалистической работы, но и одновременно супрематическую композицию, отвечающую принципам гармонии. Мы получаем картину, которую вполне мог бы создать Казимир Северинович Малевич. При этом каждая фигура, цвет, форма, размер и расположение в нашей картине не будут подобраны случайно, по наитию а созданы логически с оглядкой на конкретного старого мастера, на конкретную работу. Такой акт, по сути, совместного творчества и приводит к рождению новой картины. Кстати, по идее Малевича, в супрематизме индивидуальность художника тоже должна стираться, растворяться в абстрактном языке. Это акт коллективного творчества, где картины подчинены общей концепции. Именно так он провозглашал рождение нового стиля. Приехав в 1919 году в Витебск по приглашению Марка Шагала в новооткрытое художественное училище, он получил не только теплое помещение и пропитание, но и площадку для испытаний, площадку для выступлений, новую аудиторию, публику. Он превратился в гуру, наставника – увлекшего своей энергией молодые умы, студентов и даже преподавателей. Он предлагал новую революционную систему обучения, основанную на неких формальных математических принципах, где супрематизм был логической ступенью после фавизма и кубизма. Малевич опробовал теорию на практике, создал школу и последователей. Лев Юдин ученик Малевича записал в своем дневнике. 1 июля 1921 год. Программа. Построение одной супрематической формы в пространстве. Цвет черный. Постройка квадрата. Построение двух форм в их магнитном соотношении. Цвет черный. Построение трех, четырех и так далее форм. Цвет черный. Постройка системы движущихся форм по одному направлению. Цвет черный. Тоже две движущиеся формы, цвет черный и темно-серый, движение по диагонали. Разрешение движения параллельного линии подрамника. Разрешение одной и нескольких линий движения. Ну то есть вполне конкретные задачи, чисто учебные штуки, как о них писал Юдин. Бессюжетные формальные задания, распределение абстрактных форм на плоскости будущего холста, но и понимание, к чему приводит такое распределение, как рождается равновесие, ритм, статика, динамика. Все ближе по ощущению к КС. Ну, Казимир Северинович, ясно ощущаю всю пропасть между нами и Старым. Мы новаторы, и нам придется вытерпеть все то, что и КС, и другим. Мы много знаем, и далеко ушли. Все, что я проделал за два года, вдруг как-то собралось и уяснилось. Силы. Силы теперь, и все было бы хорошо. Насколько КС тверд? Когда наши начинают хныкать и жаловаться на дороговизну, действительно начинает казаться, что свет кончается. Приходит КС, и сразу попадаешь в другую атмосферу. Это действительно вождь и о цвете. Есть два подхода к цвету. Цвет как таковой, цвет сгущенный, цвет материала, цвет замкнутый и сдавленный, затасованный, глубокий. Тут же вся гамма металлических звуков. Работа должна гудеть и звенеть. В итоге скованное, скорчившееся молчание, динамический покой. Этот новый язык супрематизма, как новый язык искусства, как большой стиль, должен был выйти из плоскости картины в мир. Так должны были быть оформлены фасады домов и трамвайные вагоны, плакаты и вывески. Он должен был стать рапортом на обоях и тканях, угадываться в фасонах одежды, в дизайне бытовых предметов. Малевич предлагал уйти от живописи как таковой в предметно-утилитарную форму искусства. И в эту орбиту нового творчества мог попасть кто угодно, независимо от профессионализма даже. Выпускник Академии художеств, кухарка, крестьянин или заводской рабочий. При этом Малевич надеялся и на обновленное восприятие таких объектов зрителям. Надеялся на новые критерии оценки. Предполагал красоту другого порядка предлагал гармонию ненарративного. Красота сама по себе, без рассказа, без сюжета. Это то, что лежит в основе современных принципов графического дизайна, но в 20-30-х годах публика так и не поняла, не одобрила такой отказ от реализма. Ну, поголовно уж точно нет. Сначала НЭП подточил особо революционные и несколько утопические идеи в искусстве – Необразованный обыватель предпочел понятную банальную мещанскую моду. Да и официальный курс на соцреализм был все же негласно поддержан зрителям. И хотя в художественных кругах продолжали искать другие пути, иные формы выражения, публика в большой своей массе к этому была не готова. И не готова до сих пор в подавляющем большинстве. Без фигуративности – без конкретности. Картина выглядит пустой, формальной, малоэмоциональной. И современная чистая абстракция тем более напоминает голову короля, чем больше стараний прилагают искусствоведы, ну, рассказывая о том, чего нет. Но без такой уверенной композиционной базы, без такой эффективной формулы без такого определенного математического скелета, без остова, а по сути без какой-то логичной абстрактной схемы, реализм тоже остается неубедительным, вялым, ну и в конце концов малохудожественным.